Салам всем. Вот такая вот новость. Федеральная служба безопасности начала расследование незаконных поставок «Искандер-М» из России в Армению. Интересная такая новость. Новость-бомба посреди белого дня. Вот. Расследуйте. Хотя там расследовать нечего, но расследуйте. Может, какой-то дуремар в лампасах продал еще и какую-то маленькую безобидную бомбочку ядерную, которая стирает с лица земли целый город. Может, какой-то дуремар в лампасах продал кому-то в какую-то банановую страну, там, в абрикосовую республику еще химическое оружие, компоненты химического оружия. Может, кто-то продал биологическое оружие. Если какой-то дуремар поставил «Искандер-М», это не «Жигули», это не угнанный «Москвич», что можно было поставить куда-то, а ракета, вооружение, которое попадает под международную документацию, там, правовые документы. Вот. Если кто-то может поставить «Искандер-М» из России в Армению, то кто-то может и продать кому-то ядерную бомбу, там, химическое оружие, биологическое оружие. Пусть расследуют. Мне очень нравится вот эта новость. Я вот уже несколько минут читаю и хихикаю, читаю и смеюсь. И вы, если интересно, прочтите вот все это. И вам тоже будет прикольно. Искандер-М там смеются или нет, не знаю. Но когда я вот прочел эту информацию относительно Искандер-М, вдоволь посмеялся. Вот такая вот информация прикольная. Всем всего хорошего, удачи.